Радио Болтком. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Диагноз недели». Всех поздравляем. Первая программа в 2022 году. Я думаю, что вот пока неделя не закончится, мы будем с такой присказкой встречать каждую новую передачу в нашем эфире. И в нашей студии психиатр, врач-психиатр, психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Добрый день. Добрый день. С Новым годом. Сегодня поговорим о синдроме отличника. Очень, вот это, скажем так, очень распространенный пример психологических штампов, которые вошли в повседневную речь. И каждый человек, ну, мужчина говорит, у меня синдром отличника, или там у него синдром отличника. И если об этом термине задуматься детально, то он, в общем-то, не так прост, как кажется. Ну, что обычно подразумевается? Имеется в виду школьные отличники. Те, которые с детства тянут руку, по всем предметам получают высшие оценки, все делают вовремя, все делают идеально. И тех, кого ставят всем в пример, и за что их не очень любят обычно одноклассники, те, кто могут давать списывать, могут и не давать списывать, те, которые являются любимцами учителей, несут на себе обычно учебу, общественную работу, еще много-много всего. И в общественном мнении, да, в общем-то, и в определениях в интернете, что такое отличник? Человек, который стремится все сделать идеально. Человек, который всегда думает о том, как это будет воспринято, человек, которому обязательно нужно быть таким, что не подкопаешься, чтобы не к чему было придраться. И все-все делать самым просто невероятно совершенным способом. И вот здесь синдром отличника, естественно, очень часто как синоним к нему используют слово перфекционист. То есть перфекционист, опять как мы знаем, все делает перфектно. Обычно перфекционисты педантичные, сверхответственные, сверхпунктуальные. Они все стараются сделать максимально точно вовремя. Все должно быть на своих местах, все должно быть безукоризненно. И обычно это очень тяжелая психологическая нагрузка. И это люди, которые превращают в ад собственную жизнь и заодно жизнь окружающих. Алексей Герман, мне кажется, вот режиссер, блестящий пример такого перфекциониста. Вот Юрий Лайзен, когда был на интервью, он рассказывал, что снимаясь вот в фильме, один кадр просто он должен был раздавить рукой яйцо, и он давил эти яйца 80 раз, пока вот это яйцо не стекло вот по руке так, как вот хотел Алексей Герман. Это он снимал фильмы по 10 лет, наверное. Чем перфекционисты мучительны себя и для окружающих? У них нет разделения на важное и неважное, глобальные вещи и мелочи. Все одинаково важно. Ну вот, например, классическая жалоба на перфекциониста – это он может устроить скандал дома за то, что чашка поставлена не на том месте, за то, что пепельница стоит там не в 10, а в 5 сантиметрах от края стола, от того, что, не знаю, книги на полках не по цветам расставлены, где-то есть пылинка и так далее, и так далее. И это, конечно, очень тяжелая судьба – жить рядом с перфекционистом, потому что это бесконечное напряжение, это бесконечная тревога, это бесконечный страх что-то упустить.
Ну, в общем-то, как мы уже неоднократно говорили, что перфекционизм – это невероятная тревожность, и это стремление, тот внутренний хаос, который мучает тревожного человека, компенсировать его путем наведения предельного порядка в окружающем мире. То есть наведение предельного порядка, где все стоит на своих местах, где все четко выверено и так далее, это как бы лекарство от хаоса. Вот у меня весь мир выстроен, он, значит, он под контролем, значит, он абсолютно предсказуем, и значит, он безопасен. Ну, как мы понимаем, даже расставление чашечек в важных местах и салфеточек и так далее, это не спасает человека от более глобальных проблем, и тревоги все настигают и мучают и его, и окружающих. Тем более, что непонятно, почему вот, ну, по порядок, если 10 сантиметров от края, а не 12, например. Ну, то есть вот он сам устанавливает какие-то правила, которые... Человек создал такую картину мира. Это часто в совершенно уже такой тяжелой форме встречается у людей, больных эпилепсией. У некоторых из них развиваются эти вот изменения личности, которые требуют... Они становятся невероятными педантами и аккуратистами. Это о перфекционизме, который сравнивают с отличниками. Но вот мне кажется, отличие... Как бы это ни звучало, тавтология, отличие синдрома отличника от перфекционизма в чем? Отличник, перфекционист ориентирован на свой собственный вот этот какой-то внутренний, какую-то внутреннюю шкалу, как все должно быть. Для отличника невероятно важна оценка окружающих. То есть перфекционисту, в общем-то, важно, у него стояла чашка здесь. Все было подано в свое время в такое-то место положено и так далее. И плевать, нравится или не нравится окружающим, потому что мне от этого спокойно. Отличник – человек, который хочет максимально оправдывать возложенные на него ожидания. Он хочет учиться лучше всех, он хочет постоянно ощущать, что им довольны родители, учителя, когда отличник вырастает, начальники, коллеги, то есть все должны быть довольны. У него планка не может понизиться, вот как-то чашка от края стола, планка не может понизиться ни на сантиметр. А скорее наоборот, должна все время повышаться. Если мы задумаемся, вот само слово «отличник», «отличие», «отличаться». Вот сколько раз я общался с людьми, с пациентами, с теми, кто встречался в жизни, которым можно было поставить, ну, это не диагноз, синдром отличника, такая характеристика. Желание, что такое желание отличаться от других? Это желание быть замеченным. Это желание быть выделенным. Это желание перестать быть какой-то частью общей массы, ну, вот, представление отличника до того, если он не отличник, то он часть серой массы, которая совершенно однородна, невыразительна, посредственна и никому не интересна. Ну, по крайней мере, он так это видит. Он так это видит. И поэтому мы часто знаем эту психологическую банальность, что дети себя часто плохо ведут для того, чтобы заслужить, привлечь к себе внимание. Вот отличник – это немножко другая история. Это человек, который очень хорошо себя ведет, потому что это тоже способ привлечь к себе внимание. Только не через плохое, а через очень хорошее, практически идеальное поведение. Вот, продолжая аналогии с кино, мне кажется, что таким отличником может быть Том Круз, потому что то вот мне кажется, что у него действительно есть какой-то... Про Тома Круза говорили, что в какой-то момент, что у него не было фильмов, которые собирали меньше 100 миллионов долларов. И для него это было... Ну, стало вдруг каким-то вот, ну,
мучительным моментом, что, не дай бог, вот какой-то фильм соберет меньше, и все скажут, что все, он провалился, то есть он вышел в тираж, его не... Ну, и вот он старается удерживать эту планку, и вот ложится костьми только для того, чтобы каждый его новый фильм собрал больше, чем предыдущий. Ну, возможно, тоже о том, чтобы не выпадать из центра внимания зрителя. Мы все знаем массу примеров некогда звезд кино, которые снимаются теперь в каких-то вторых-третьих ролях, в сериалах, еще где-то мелькают или снимаются в совершенно дешевых малобюджетных фильмах, просто для того, чтобы не исчезать. И вот я думаю, что этим людям, воспоминая о том, как когда-то они были кумирами миллионов, наверное, не дает покоя. Возможно, Том Круз тоже не хочет. На звонок? Да. Вот есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Да. Здравствуйте, Лариса, с Новым годом. Спасибо вам за поздравления, вас тоже. А я хотела сказать, что отличники, наверное, все-таки часто несчастные люди. Когда я училась в институте, у нас была одна бывшая отличница, она золотой медалью школу кончила, но она никак не могла сдать экзамен по химии. Несколько раз сдавала. Кончилось тем, что она в кабинете химии нашла цианистый калий, и на этом ее жизнь закончилась. Спасибо. Печальная история для того, начала Нового года, к сожалению. Я хотел бы сказать, вот синдром отличника, я не хочу сразу... Опять звонок? Да, у нас еще один сразу звонок. Здравствуйте. 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 Вы как-то неуважительно к перфекционистам относитесь, уважаемые. Есть масса профессий, где человек просто обязан быть перфекционистом. Например, конструктора. Вот Тесла из-за ошибки конструкторов отозвает 500 тысяч автомобилей. Это кошмарный урон для фирмы. Значит, этот конструктор будет уволен. А если военная приемка, допустим, и случится что-то во время военных учений? А если во время войны, то вообще расстрел конструктору? А летчики, они обязаны просто быть перфекционистами? Или минеры, например? Как же так? Обязаны люди такие быть? И уважать их надо. Спасибо. Во-первых, я бы не сказал, что я отозвался о перфекционистах с презрением. Это вам, голубчик, послышалось. Я скорее отозвался, может, некоторым скорее сочувствием. Во-вторых, не всякий, кто не является перфекционистом, является разгильдяем. Это не одно и то же. Перфекционист – это человек, у которого стремление к порядку просто зашкаливает настолько, что оно проявляется даже в совершенно ненужных мелочах. То есть человек может быть работать конструктором, летчиком, сапером, который шпатский известен один раз и так далее. Он не может быть перфекционистом, он может быть просто очень внимательным и детально делать свою работу с человеком. Поэтому не надо защищать меня перфекционистов, я к ним отношусь. Они не делают никому ничего, в основном сами себе. Что за ног? Нет, 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 просто. Да, что я хотел сказать, чтобы нас опять не обвинили в чем-нибудь. Я не хочу сказать, что все отличники – измученные, несчастные люди. Наверняка среди них есть люди, и я таких тоже знал, люди с высочайшим интеллектом, люди с высочайшей работоспособностью, люди, которые делают какие-то вещи, не знаю, играючи, что ли, потому что им это дано. Потому что человеку не дай, он все сделает хорошо. И это не обязательно будет тревожное напряжение, и оценка может просто, ну, дар Божий, которого, не знаю, мне не послан, к сожалению, поэтому отличником я никогда не был. Вот. Но отличник и синдром отличника – это разные вещи. Я бы хотел это подчеркнуть, чтобы не возникло, вот, как у нашего уважаемого слушателя, ощущение, что мы о ком-то говорим с презрением. Мы здесь вообще, если вы иногда переслушать наши передачи, ни о ком не говорим с презрением. Мы ни о ком не говорим с кем-то сложным. Мы говорим о человеческих проблемах, от которых люди страдают, мучаются. И это повод для сочувствия, это повод для понимания этих людей. Мы о каких-то людях, скажем, о нарциссах, мы не говорим, что они мерзавцы и так далее. Люди так устроены, от этого страдают они, и люди вокруг них. То же самое, наверное, с психопатией. Но это не медицинский подход
осуждение людей, страдающих от определенных проблем. Возвращаясь к отличию, вот это стремление отличиться, вот выделиться. Интересно, вот если вы заметили, ну, понятно, откуда начинается отличник? Со школы, естественно. Понятие отличник – это школьное понятие. И детей, подростков часто разрывают два, казалось бы, взаимоисключающих понятия. С одной стороны, хотят выделенными быть, замеченными, отличенными, отличаться от всех. А с другой стороны, часто хочется быть как все. Потому что отличие от всех – это очень часто похоже на одиночество. Вот все весело тусуются, я сижу, уроки делаю, и все меня… Посмеиваются, да. Да, как называется, заучка, ботан, еще что-нибудь, еще всякие неприятные слова. И девочки часто любят не отличников, а каких-нибудь плохих мальчиков, всякое бывает. Вот это желание быть как все, желание не быть выделенным в плохом смысле, желание быть частью какого-то сообщества, содружества, это тоже важная история. Вот, причем, наверное, каждый человек, который воспитывал ребенка, подростка, на каком-то этапе слышит, то слышит аргументы: «Чего ты мне ставишь в пример других? А я не они, я хочу быть другим». И тот же подросток скажет через несколько дней: ну, у всех же есть, всем можно гулять до стальки-то, там, всем можно ночь сидеть в телефоне. И вот эти такие взаимоисключающие истории, они вполне понятны. Что на самом деле, на тот момент, когда человек, неважно, ребенок, подросток или взрослый, у него есть такие моменты, когда ему хочется быть как все, не быть одиноким, а если ему хочется быть выделенным, быть замеченным и отличным от всех. Ну, например, как можно быть отличником, не будучи страдающим человеком, привлекающим себе внимание? Например, человек, которого кто-то очень любит, и он любит, он сразу становится отличником, потому что его отличили, потому что его выделили из всех, потому что он стал замеченным, и для того, кто его любит, он, безусловно, лучший. Он самый лучший. Как сейчас до сих пор молодежь, когда он чем-то поздравляет, говорит: ты лучший. Это очень такая точная формулировка. Когда мы для кого-то ощущаем себя лучшими, это очень теплое ощущение. И, наверное, чем отличается, когда ты лучше, потому что тебя любят, или когда ты лучше, потому что ты очень усердный отличник, чтобы быть любимым, не надо стараться. Чтобы быть любимым, не надо рвать жилы, стараться перепрыгнуть самого себя и так далее, и так далее. То есть, когда мы кого-то любим, мы к нему тянемся просто потому, что такой, какой он есть, он нам очень нравится. Ему не надо заслуживать что-то. Ну, если посмотрим рыцарские романы, там всегда рыцари совершали различные подвиги, чтобы завоевать даму сердца. Было ли так на самом деле, или это романтические истории, мы уже не узнаем, наверное. Но в наши времена не надо совершать рыцарские подвиги, убивать драконов и так далее. Достаточно вдруг, чтобы между людьми вспыхнула какая-то искра, натянулась какая-то нить незримая, и это делает их уже важными, незаменимыми и отличными от всех других. Что, наверное, делает ребенка тянущимся к этим вот отличиям бесконечным? Ну, тут мы сейчас просто вынуждены впасть, наверное, в банальности опять. Что да, ребенок, которому почему-то не хватает с самого детства внимания, он ищет самые разные способы, чтобы его получить. В том числе хорошая учеба. Да, в том числе хорошая учеба. Не просто хорошая, а отличная учеба. Опять. Просто хорошей учебы мало, в том-то и беда. Хорошо учиться можно. Но ребенок, который еще и получает такие послания от родителей,
уже если учиться, должен быть лучшим. Там, почему у тебя 9, а не 10? Если ты занимаешься спортом, почему у тебя второе место, а не первое? То есть всегда можно быть лучше. Вот это вот этот бесконечный подстегивающий хлыст. Всем должен стремиться. Все, что не самое лучшее, не имеет никакого значения. Недостойно похвалы, недостойно хотя бы просто одобрения, объятия, поцелуя. Там, какой ты молодец, мы тобой гордимся и так далее, и так далее. И вот это один из тех моментов, когда мы, очевидно, из лучших побуждений награждаем ребенка такой вот болезнью, как синдром отличника. И дальше уже родительский образ переносится на кого угодно. На начальников, на друзей, на любимых, на кого угодно. Причем, что обидно, эти начальники вполне возможно, может, и не хотят, чтобы ты был отличником. Они не твои родители. Они тебя не подстегивают, они от тебя не требуют, что ты нормально делал свою работу. Вот. Но ты же отличник, у тебя уже есть сформировавшийся стереотип. Я не могу иначе, только лучше всех. Иначе, если не лучше всех, то это ничего не стоит, и я сам с собой не буду доволен, и наверняка буду думать, что мной недовольны тоже, потому что в данный момент не так хорошо, как обязан. Ну, это немножко напоминает вот японский стиль работы, где, по-моему, даже принято, что подчиненный не может уйти домой, пока не ушел домой начальник. То есть вот в присутствии начальника он не может сказать: «Все, извините, мой рабочий день закончен». Ну, японцы, мне кажется, немножко другая история. Японцы – это вот сохранившаяся самурайская структура верности. Угу. То есть, насколько я знаю, сейчас с этим пытаются бороться. У японцев считалось, что выбрать весь твой отпуск, который тебе положен, непатриотично по отношению к своей компании. Первый должен быть верен компании, ты не имеешь права бездельничать, что это положено. Прояви лояльность, прояви верность, приди из отпуска там на неделю раньше. Во-вторых, тебе неловко, как же, раз я в отпуске, значит, мою работу делают мои коллеги, я их перегружаю, мне неудобно. И да, есть книги и фильмы о европейцах, которые работали в японских компаниях, и насколько это был для них невыносимый труд, и насколько это было вписаться в эту рабочую психологию, было просто невероятно сложно. Невероятно сложно. Даже вот японист Алексей Мещеряков, который много лет изучает Японию, масса книг о ней, очень тонко ее знает, даже он сказал когда-то, что... Я люблю Японию, но я не хотел бы в ней жить. Потому что я не люблю ходить строем, а японцы ходят строем. Вот. Но это тоже вот эта история. Там, где есть это напряжение, надо быть лучше, лучше и лучше, там всегда есть какая-то обратная реакция на это. Вот это типично японское явление. Господи, как называется? Хикикомори, по-моему, это слово. О людях, которые просто уходят от общества. О людях, которые запираются у себя в комнате и просто из нее годами не выходят. Они сидят в компьютерах, родители им подсовывают еду, приносят. Угу. Они не работают, ни с кем не общаются. И, я думаю, это обратная сторона. Та же история в Японии, которая меня когда-то очень заинтересовала. Для людей, полностью перегруженных этими социальными ожиданиями, есть специальные фирмы. Человек просто исчезает. Ему делают новые документы, новую биографию, новое имя, фамилию. Он из своего города переезжает в другой. Япония не такая уж маленькая страна. И начинает жизнь заново. То есть он сбрасывает себе весь этот груз ожиданий общества и начинает все с нуля. Мне кажется, очень характерная реакция для японцев. Кстати, если говорить об отличниках и Востоке, где это все очень поощряется, для японцев и для китайцев тоже всегда было невероятно важно поступить в престижный университет. Поэтому они начинали уже в школе брать репетиторов, и родители тратили огромные деньги, дети вкладывали
чудовищное количество времени и усилий, чтобы не поступить в престижный университет. Это позор, у тебя нет будущего. Некоторые окончали самоубийством, не поступив, или впадали в тяжелейшие депрессии. Вот. И здесь, кстати, совсем недавно коммунистический Китай, где, как мы знаем, всем руководит китайская компартия, которая лучше всех знает, что хорошо для своих подданных, они заметили, что происходит с китайскими детьми та же история. Их начинают уже с младших классов таскать по репетиторам. Они бесконечно, кроме школы и домашних занятий, занимаются репетиторов, делают еще, 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 и дети изнемогают, и дети плохо выглядят, и дети болеют. И китайская компартия решила: защитим наших детей, и издала бы указ о запрете всяких репетиторских частных школ. Были съемки, как открывают двери, там класс, сидят дети, и репетитора, учителя берут под белые руки, надевают наручники и вытаскивают оттуда. То есть они сказали: дети должны ходить в школу и делать домашние задания, и точка, и никаких больше чрезмерных занятий. Вот вроде бы тоталитаризм, а вот такая забота о детях. Но ведь с другой стороны, вот когда поступает в престижный вуз ребенок, ведь он сталкивается, наверное, с тем, что если он в классе был первым, то, поступив в престижный вуз, он оказывается, опять-таки, в еще более конкурентной среде. Просто я на своем примере, вот когда прекрасно обожал историю, все учителя ходили и говорили: ну вот Пека там самый лучший по истории. И вот я приезжаю в Москву, поступив в историко-архивный институт, и вдруг я вижу, что таких, как я, в общем, не то что каждый, то есть все прошли конкурс, и мои знания, наоборот, по сравнению, может быть, с московскими школьниками, ну, бывшими школьниками, которые учились гораздо ниже. И вот я очень хорошо помню, что вот тогда первая сессия я получаю по своему любимому предмету 3 балла, вторая сессия, я, стиснув зубы, получаю 4, но только когда вот я получаю 5 баллов на третьей сессии по истории, я как бы выдохнул, я понял, что да, я вот вновь встал в этот вот как бы ряд. Ну да, наверное, самолюбие есть у каждого. И да, наверное, это испытание реальности, когда выясняешь, что ты вовсе не уникум. Есть таких, как ты, много, а есть те, кто поумнее, чем ты. Угу. И да, наверное, для многих люди к этому могут нестись философски. Сказать: у меня нет смысла жизни быть лучше всех. Как есть, я хочу закончить, допустим, этот университет. А есть люди, для которых невыносимо не быть лучшими. Им будут это делать, и, возможно, они будут лучшими. И, возможно, закончив этот университет лучшими, у них будет прекрасная карьера и так далее. И, возможно, все сложится хорошо. А возможно, это вот цена, которую они постоянно платят за то, чтобы быть лучшими, а потом же это же распространяется на собственную семью, в том числе и на собственных детей, они тоже должны быть лучшими. И ты выглядишь как такой портрет на стене в золотой раме, которому надо обязательно подражать. Вот. Поэтому, наверное, это нормально и хорошо быть отличником. Наверное, хорошо, когда человек умеет учиться новым наукам, новым ремеслам, новым каким-то навыкам и так далее. Наверное, это прекрасно. Ну, как сказать, человек может достигать вершин в том, чем он занимается. Весь вопрос в том, какую цену человек за это платит. Вот. Родители, которые хотят для своих детей наилучшего будущего, и искренне считают, что они должны ходить к 10 репетиторам и посещать еще много всего, лишь бы быть хорошими во всем. Ну, вот классическая история: дети, которые с ненавистью ходят в музыкальную школу, потому что родители представляют их виртуозами игры на фортепиано. И родителям хорошо бы задуматься, какую цену дети будут за это платить. И людям, которые же живут в этом режиме. И каждый решает сам для себя, стоит ли игра свеч. Потом начинаем переходить к теме популярной тоже. Популярный штамм — синдром выгорания. То есть человеческий ресурс не бесконечен.
Хорошо, когда человек получает удовольствие от того, что он делает. Очень важный критерий, мне кажется. Учеба, работа, если ты получаешь от этого удовольствие, и тебе это в радость, и слава Богу. Есть люди, которые очень часто путают удовольствие с удовлетворением. Это немножко разные вещи. Это очень часто, когда есть пациенты с зависимостью от работы, тот самый трудоголизм, которые говорят, ну, моя работа есть мое хобби. Я испытываю удовлетворение, когда вот очередной проект завершился, когда все хорошо, деньги заработаны, клиенты довольны и так далее, и так далее. Но вот мне кажется, для отличников, с тем самым синдромом отличника, для них характерно именно испытать чувство удовлетворения. Я опять молодец, я опять лучше всех, я опять заслужил всеобщее внимание и признание. На меня смотрят с восторгом, мне объявляют благодарность, мне дают комплименты и так далее, и так далее. Беда в том, что как только эта цель достигнута, она перестает быть актуальной. Ты снова должен снова в новом занятии доказать, что ты опять лучше всех. И слава Богу, из тебя от этого хорошо. Поэтому мне кажется, что, резюмируя нашу сегодняшнюю передачу, ну, к счастью, не всем нам дано быть отличниками. И это очень хорошо. Очень важно помнить, что ты можешь отличаться от других не обязательно тем, что ты выворачиваешь наизнанку, чтобы ты лучше во всем. Есть много других способов быть отличаться. Мне кажется, эта вот мысль о серой безликой массе – это формулировка, свойственная, ну, таким надменным людям, которые не очень… Ну, наверное, такие молчащие люди говорят о серой безликой массе с неким пренебрежением. Уж себя-то они точно к ней не причисляют. Себя они числяют, ощущают яркими личностями. Что не всегда так. Вот я думаю, что серая безликая масса – это все-таки некий миф. И когда нам даже хочется о ком-то так подумать, все стоит присмотреться к себе. Потому что, в общем, для кого-то кто-то превосходит и тебя по уровню, не знаю, доходов, интеллекта, чувства прекрасного, талантов. Это не делает тебя серой массой. Поэтому будьте отличниками, вот этого радостно. Не будьте отличниками в постоянной гонке с воображаемым собой за то, чтобы быть лучше, лучше и лучше каждый день. Это слишком дорого обходится. Спасибо большое. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр, психотерапевт. Программа «Диагноз недели». До следующего понедельника. Да, всего доброго. Радио Балт.